У нас сьогодні по традиції новий гість, пастор-служитель Тетяночко Олексій. Вітаємо вас. Привітайтесь, будь ласка. Доброго дня. Так, ми раді, дякуємо, що ви приєдналися до нас, до нашого служіння. Для початку ми хотіли би з вами познайомитися. Багато хто з вас не знає. Розкажіть, будь ласка, про себе. Де ви народилися, де проживали, як ви стали служителем, де служили, де зараз служите? Да, всем еще раз доброго вечера. Я немножко сложно ориентируюсь, потому что у нас уже как раз день начинается, поэтому если я буду оговариваться, то уже мою немощь примите как есть. Я родился в Киеве. В принципе, в Киеве я и познакомился с Евангелием. Господь немножко раньше меня как-то пытался выдернуть с мира. Но уже окончательно, то есть все произошло непосредственно в Киеве. Здесь через друга я пришел в церковь. И опять-таки, если подробно рассказывать всю историю, наверное, это будет очень долго, и у нас не хватит времени вообще для всего остального. Потому что у Бога свои пути, и Господь находит нас. В 92-м году я крестился, в 93-м я поступил в семинарию в Заокскую, и фактически вот с этого времени начался мой путь на служение. Дальше уже как Господь вел, так мы вместе трудились. В Заокском я познакомился со своей супругой. У нас трое детей, уже все взрослые. Двое уже имеют свои семьи. Младший сын еще с нами. Ну, так вот в двух словах, может быть, немножко. Так, дякую. Де розташовували служіння? Чи в одному місці більше, чи у вас було декілька громад? Нет, мы проехали уже большую часть Украины, только вот на Западной Украине мы еще не были. Мы начали служение в Киевской области, потом в Сумской области были, в Крыму несколько лет совершали служение. У нас долгий период был в Одесской области и в Одессе, после этого в студенческой церкви. Сейчас мы совершаем служение в Чернигове. Очень такой симпатичный город, интересный. Стольный град, Чернигов. Приглашаю вас в гости. З задоволенням приїдемо по можливості. Ми за Україною скучаємо, по можливості їздимо до рідних. Правда, останні 2 роки через пандемію не виходить. Скажіть, будь ласка, якщо можна стисло, чи як вийде, у нас, в принципі, час якийсь є. Який свій найбільший досвід з Богом? Якщо вийде пригадати зараз. Я знаю, багатьох мене ставить в ступор. Це запитання. Дуже складно виділити найяркіший, тому що, коли Господь відкривається, це завжди восхищає, тому що навіть вот всю жизнь, когда начинаешь вспоминать и взвешивать, что более яркий опыт служения. То, что я в церкви, это опыт. То, что я пришел, потому что вообще образ жизни, то, как я жил, чем занимался, это никак не шло в сторону церкви. Это совсем другая жизнь была, совсем другие были принципы. И то, что Господь нашел меня, более того, то, что Он вывел меня с той жизни, и когда сегодня я встречаюсь со своими друзьями, со своим прошлым, то я понимаю, что мы радикально стоим в разных, на противоположных позициях. Другой момент о том, что когда мы говорим об опыте, вот у нас самый простой опыт, самый близкий опыт о том, что у нас был большой, когда мы совершали служение в студенческой церкви, то Господь так вот благословил, что
появились меценаты, которые хотели поддержать финансово нашу евангельскую работу. И поскольку это достаточно значительная сумма была, и хотелось что-то сделать интересное, то мы создали проект Light Hub. То есть это было... Мы взяли в аренду помещение в центре Одессы, в центре в Бучи, и со студенческой церковью мы стали разрабатывать, и фактически мы создали такой миссионерский центр, где в течение недели проходило 16 проектов, то есть самых разных направлений. Ну, если кто-то из вас бывал в Буче, то вы знаете о том, что студенческая церковь находится в такой больше парковой зоне, а центром мы находимся где-то в 5 километрах. Большая часть населения проживает в центральной части, где высотные дома, где... И, естественно, в парковую зону, ну, приезжает только отдохнуть, и чаще всего это семьи погулять, просто подышать прохладой, там, леса и так далее. А здесь мы создали в центре города, и буквально за 2 месяца, сколько длился проект, пока у нас было финансирование, город не просто принял это, а он откликнулся. У нас каждый день были люди. У нас первый проект начинался в 6 утра, это был фитнес. Дальше начинались какие-то лекции, занятия с детьми. Большая часть всех занятий проходила, естественно, уже начиная где-то с 2 часов, то есть после обеденное время, когда студенты освобождались, там у нас был английский язык, была игра на гитаре и так далее. То есть у нас за все это время прошло порядка 90 человек. 90 человек постоянных посетителей. То есть это, ну, небывалый отклик и такой очень интересный момент, что когда в городе просто... Почему я знаю, потому что наши сестры, наши братья бывали на этих совещаниях, и говорит, когда в городе потом решали о том, каким они хотят построить и создать центр детского развития городской, то женщина-докладчик говорит, мы хотим сделать, создать центр наподобие Light Hub. То есть это не просто стало каким-то нашим узким студенческим проектом. То есть это стало знаменательным событием для всего города, что даже администрация города, она это отметила, и хотели создать что-то похожее, только уже на основе государства. Организации, отделов и подразделений. То есть это такой вот очень яркий, который, скажу, что, наверное, вот, участвуя в этом проекте, я до конца для себя увидел, о чем писала Елена Вайт, когда говорила о том, что каждая церковь должна быть таким миссионерским центром, в котором постоянно что-то происходит, куда идут люди с утра до вечера, разных взглядов, разных суждений. И здесь, в Чернигове, мы попробовали создать что-то похожее. У нас нет таких возможностей, как студенческая церковь, потому что там и количество людей больше, и молодежи значительно больше. Но нам удалось, благодаря братьям за рубежа, которые приезжали, преподавали английский язык, создать такой центр английского языка. В течение месяца мы преподавали английский язык, к нам приходили люди. И вот сестричка, которая участвовала, она с удивлением увидела своих родных. То есть ее двоюродная сестра, которая очень радикально относилась к нашей церкви, она пришла сама на занятия по английскому языку, она привела своих детей. Более того, впоследствии, когда уже родственники собрались вместе, и наша сестра присутствовала, говорит, она не просто рассказывала, как это классно, она говорит, вы даже не представляете, как у адвентистов хорошо, и как туда приятно приходить, и хочется там быть. То есть Господь действует, и сегодня очень ярко можно это видеть во взаимоотношениях. Но можно еще дальше говорить о делах Божьих, я, может быть, остановлюсь.
Добренько. Зараз перейдемо тоді до проповіді, до Слова Божого. Даю вам слово. Будемо слухати вас. Я хотів почати з нашого дослідження, наше розмишлення. Четверта книга царств, 17 глава. Это в украинском переводе, это вторая книга царств, 17 глава. И здесь есть небольшая история. Я приглашаю вас следить по тексту, начиная с 24 стиха. Ассирийский царь привел людей из Вавилона, Куты, Авы, Хамата, Серафаима и поселил в самарийских городах вместо народа израильского. Так они завладели Самарией и заняли ее города. Поначалу поселившиеся там иноземцы не благоговели пред Господом, и он стал насылать на них львов, которые нападали на них и убивали. Царю ассирийскому тогда донесли: народы, которые ты привел и поселил в городах Самарии, не знают обрядов Бога этой страны. И он насылает на них львов, которые убивают их за то, что они не знают обрядов Бога этой страны. Тогда ассирийский царь велел вернуть одного из священников, отправленных оттуда, в изгнание, чтобы он поселился там и научил людей обрядам Бога той страны. Один из священников, которых изгнали из Самарии, вернулся, поселился в Бетеле и стал учить их, как благоветь пред Господом и почитать Его. Это небольшое повествование рассказывает о трагической истории народа израильского. Вы помните, что народ Божий при царствовании Раваама, он разделился на два царства. Северное царство, которое впоследствии мы называем израильским, куда отошли 10,5 колен, и южное царство, это Иудея и оставшиеся колена. И получается, что 17 глава 4 книги царств, она рассказывает о том, как произошло исчезновение Северного царства. Фактически, переселение в ассирийские земли, более конкретно указывается, что это была Мидия, то есть это территория современного западного Ирана. И вместо них были заселены люди с вавилонских земель. Северное царство просуществовало около 200 лет. За это время было порядка 19 правителей, 19 царей. Сейчас, прошу прощения, 19 царей правили. И в результате Господь, который их привел в эту землю, вместо коренного населения, он их сам и выселяет оттуда. Если читать предыдущие тексты, то в принципе мы видим, что это был промысел, это было дело Божие. Господь сам уничтожал свой народ. Он его вывел с этой земли, в которую уже сам и привел. Сегодня, согласно летописям, которые нашли в ассирийских источниках, народ, который был вывезен в Мидию, это было немногим больше 27 тысяч человек. То есть 27 тысяч 290, даже так более точно. И впоследствии вот все исследователи говорят, что же произошло с этим народом. И все приходят к выводу о том, что народ израильский, то есть 10 колен, те, которые вышли из Египта, они просто ассимилировались и растворились на территории ассирийского царства. Но мне хотелось больше говорить не о том, что произошло с народом, а то, что произошло с Израилем, хотя это отдельная тема и интересное исследование, которое каждый из вас может провести. Я хотел больше сфокусировать внимание на людях, которые были заселены. Несколько мыслей. Я понимаю, что конец рабочего дня, и у вас это вечер.
Поэтому не буду сильно утомлять вас, но несколько мыслей. Первое. Люди, которые пришли на территорию искорененных народов, они страдали от львов. Не медведи, не тигры, а именно львы. Здесь интересное такое замечание о том, что сам по себе лев – это то, что царь животных – это одна сторона. Но это животное, которое отличается от других, то, что его невозможно ни с кем перепутать. Грива, которая у самца. Кстати, из кошек это единственный представитель, где кошка, то есть самец значительно больше, чем самка. И если говорить о львах, то сам лев в размерах он может достигать 2,5 метра в длину. И рост, в принципе, даже в интернете вы можете найти фотографии, что рост льва он может достигать где-то по грудь человека. И есть, конечно, сегодня и такие экземпляры, что они по весу достигают 400 килограмм. То есть можете представить, это такая серьезная машина, хищник. Говорят, что удар лапы льва это достигает 150-180 килограмм. То есть это мощное животное. И именно львы не давали покоя заселившимся народу. Второй интересный вывод о том, что когда стали анализировать ситуацию, то советники доносят царю о том, что причина, почему львы докучают, в том, что народ, приехавший на эту, переселившийся на эту территорию, он не знает Бога, он не знает законов Бога, и он не живет по правилам, по которым нужно жить на этой территории. Сама идея о том, что человек приезжает в определенную страну, и он должен жить по правилам, вам понятно, как никому, потому что, в принципе, вы приехали тоже в чужую страну, вы пришли в чужую культуру, вы живете в определенных традициях, и независимо от того, как вы хотели бы, но вам пришлось что-то поменять в своей жизни. Где-то, может быть, это связано с языком, это связано с правилами, но и, соответственно, даже есть обстоятельства, которые вам пришлось поменять, потому что вы уже не у себя дома. Хотя, конечно, это уже становится вашим домом. Советники ассирийского царя, они замечают, что нельзя жить в земле израильской так же, как во всех других землях. Надо жить по определенным правилам. И Священное Писание говорит о том, что тогда царь ассирийский велел вернуть одного из священников, отправленных оттуда в изгнание, и поселился, чтобы он поселился там и научил людей обрядам Бога той страны. И посмотрите, один левит переселяется в Эфиль, и он начинает учить. В результате мы видим, что народ живет дальше спокойно, львы уже не докучают, и все нормализуется. Обратите внимание, один левит, какую он большую работу может совершить в людях, просто начиная учить. Каждый из нас в какой-то степени тоже является левитом. И вы представляете, какой потенциал находится в каждом из нас. Если мы начнем учить и начнем провозглашать те законы и учить тем правилам, которые Бог вложил в нас. Наконец, еще одна мысль. Что советники, они умеют сопоставлять и умеет анализировать. Здесь интересно, что когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что львы – это было то, что
особым образом, изображения которого присутствовали в храме Соломонова. Во-первых, они были изображены на барельефах, львы, а во-вторых, при входе в храм Соломонов на ступенях возвышалось 12 львов, которые по одну и по другую сторону ступеней находились, и они приветствовали человека. То есть для советников ассирийского царя прямая взаимосвязь присутствия львов на территории Израиля и святилище, которое там же находилось во времена Соломона и впоследствии всех остальных правителей в Израиле. То есть они сразу увидели, что это бич Божий. Почему и говорят о том, что причина гибели, причина несчастья, причина бедствий, которые есть у переселенцев, только в том, что они не знают Бога. Они не соблюдают его правил. Ну и впоследствии, когда они начали учиться, мы видим, что сразу все нормализуется и становится. Еще одно интересное замечание, что когда мы впоследствии читаем дальше текст, последний стих 17 главы, он как бы подводит черту этой истории. Это 41 стих. В современном переводе это звучит так. «Почитая Господа, те народы служили и своим идолам, и дети их, и внуки поступают так же, как их праотцы и поныне». Я хотел обратить внимание, что народ, который переселился, он услышал весть, которую нес им левит, который возвещал учитель, но в какой-то момент остановились они в своем развитии. Я еще вернусь несколько позже к этой мысли, но к чему я хотел подвести? Когда мы сегодня говорим о церкви, когда мы говорим о нашем хождении пред Богом, что мотивирует нас, что мы приходим в церковь? Что мотивирует нас включить Zoom, чтобы слушать пастора где-то в далекой Украине, чтобы вместе с ним исследовать, размышлять, пытаться уловить его мысль? Что мотивирует нас воспитывать своих детей, что они должны каждую субботу быть в церкви? Это может быть так, как с переселенцами из Вавилона, когда страх львов мотивирует и говорит о том, что надо что-то делать, потому что погибнешь. Это может быть так, как это было с Израилем, потому что мы так привыкли, так делали наши родители, поэтому нам нужно ходить в церковь. Нам нужно что-то быть в храме, ходить в скинию, нам нужно иногда слушать пророка. Больше от нас ничего не ждается. С другой стороны, это может быть то, о чем говорит, к чему призывал Иисус Христос. Здесь еще один очень интересный момент, что когда мы открываем Евангелие, то мы встречаем, что Иисуса Христа всегда называли учителем. Большую часть времени, большая часть обращений, которые мы находим, оно и звучит либо господин, либо учитель. Но очень, очень интересно, что когда ученики в Евангелии от Иоанна находят Иисуса, и они приходят к нему и говорят: «Учитель, где ты живешь?» Вы помните? Впоследствии, когда они задают вопрос, они спрашивают: «Учитель, как понимать здесь так или иначе?» Когда человек приходит к нему с какой-то нуждой, он говорит: «Учитель, помоги мне». И, наконец, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, каждый из вас этот текст вспомнит, когда мы совершаем на вечере, Христос обращается к ученикам уже по завершению многомовения. Он говорит: «Итак, мыв и многие, одев одежду, он говорит им: вы называете меня учителем и Господом». Это 13 стих 13 главы. «И верно говорите, ведь так оно и есть. Если же я, Господь и учитель, вымыл вам ноги, то и вы должны ноги мыть друг другу». Интересно, что Иисус Христос здесь говорит о том, что его называют учителем. И он говорит: это правильно, потому что я и есть учитель.
Иисус Христос говорит о своем предназначении, о том, что Он пришел, чтобы учить, чтобы открыть имя Божие, чтобы научить людей жить по правилам, жить, чтобы Божья благодать, Божья милость, она присутствовала в нашей жизни, и чтобы она оберегала и защищала нас. Вы называете меня учителем и Господом, и верно говорите. По сути, если в двух словах сфокусировать причину, почему мы приходим в церковь, Иисус Христос говорит о том, что наша цель – быть в церкви, чтобы учиться, чтобы развиваться, чтобы не просто посмотреть, не просто постоять или послушать, а чтобы прийти и научиться праведности, научиться путям Божьим. Дальше, продолжая эту мысль, он говорит: «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Каждый из вас, вы знаете о том, что в системе преподавания, в системе учения, обучения есть три метода. Первый – это пассивный метод, то есть, что, в общем-то, у нас сейчас с вами происходит. Я говорю, вы молчите. Есть второй метод, когда идет более активный, когда идет контакт и диалог между учителем и аудиторией. И третий, когда происходит интерактив. То есть диалог идет не только между учителем и учениками, но и между учениками непосредственно. То есть вся аудитория взаимосвязана и взаимодействует. То есть фактически, когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что Господь всегда пытался создать самую прогрессивную, самую эффективную модель ученичества, интерактивную. Он говорил, он ожидал отклика, с ним он вел диалог, он открывал притчи и спрашивал, как вы их понимаете, и тут же он создавал отношения между учениками непосредственно. Можно это встретить непосредственно во всей жизни Иисуса Христа с учениками, Иисуса Христа в народе, когда он был еще даже подростком, и он пришел к учителям в народе, народе Божьем. Это можно видеть, как это работало в Скинии, как это происходило в Ветхом Завете. То есть Господь всегда пытался создать атмосферу интерактивного обучения, когда все взаимодействовали, когда все общались, анализировали и, самое главное, усваивали законы праведности, законы жизни, законы чистоты. Очень важная деталь, что когда мы говорим о нашем существовании, вспомните, каждый из нас ушел из Эдема. То есть мы все потеряли эту небесную отчизну, из которой мы выпали в силу греха своего. И чтобы вернуться в нашу родину, нашу действительно по-настоящему комфортное место, нам нужно обрести эту способность жить по правилам, по законам этой страны, по законам этого государства, по законам Царства Небесного. Именно для этого Христос и пытается научить нас. Сегодня через Духа Своего Святого Он пытается учить нас через Слово, через наше посещение Церкви. И именно от того, насколько мы активны и насколько мы будем усваивать законы и процесс обучения, зависит, будем мы в Царстве Божьем или не будем. Если вспомнить нашу школьную программу, вы помните, что всегда было несколько типов учеников. Были ученики-отличники, были ученики, которые пытались угодить своим учителям. В принципе, они были близки к отличникам, были близки к тем, которые все хорошо понимали, но отличие было в том, что они постигали не знания, а просто как-то угождали учителю, что он им, как тогда говорили, помните, в Союзе, за глаза ставил оценки, потому что он где-то выполнил какую-то факультативную работу, там, помыл окна, или кто-то из родителей пришел, отремонтировал парту, цветы посадил и так далее и тому подобное. Ну и была третья группа учеников, которые
просто безалаберно относились к своим обязанностям, не учились, срывали уроки. И вот интересно, что фактически что-то похожее может происходить сегодня и в нашей духовной жизни. То есть каждый из вас может протестировать и проанализировать себя. Мы старательные ученики. Мы ученики, которые пытаются законами дел просто добиться какого-то результата. Или же мы симулянты, прогуливающие уроки, просто отсиживающие там, занятия так, чтобы просто к нам не было никаких претензий со стороны родителей или со стороны учителей. Вроде бы и присутствую на уроке, но одновременно с тем мои мысли очень далеки. Когда мы открываем Священное Писание, Соломон сказал, что тот, кто тянется к свету, он приближается к Богу. В другом месте, когда мы открываем апостола Павла в послании к Евреям в 11 главе, мы видим, что апостол говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Апостол Павел, он хочет несколько по-своему показать этот процесс обучения, что если человек ищет света Божьего, если он ищет правды Божьей, он ищет Спасителя, он постоянно находится в процессе обучения, то в этом проявляется его вера, в этом проявляется его упование. И, естественно, он получит то, что Бог приготовил для него. Он сможет обрести Царство Небесное. Это Царство уже в его сердце, оно отразится и будет наполнять его жизнь. Я хотел подвести итог к тому, что когда сегодня мы говорим о нашей духовной жизни, то очень важный момент, что каждый из нас должен для себя поставить цель. Я пришел научиться, я пришел обрести максимальное познание о моем Спасителе. Я пришел для того, чтобы моя жизнь стала максимально близкой к тем законам, которые существуют в Эдеме, которые дают возможность мне пребывать и вернуться туда-обратно. Народ, который переселился в землю израильскую, он отчасти усвоил этот урок. Он выполнил ровно настолько, чтобы ему только защититься от львов. Именно поэтому, наверное, мы об этом народе знаем совсем чуть-чуть, и он нам, как народ Божий, мало интересен. Хотя они жили, они почитали Господа, но они остались теми же язычниками, идолопоклонниками, которые, в принципе, они были. Но что было бы, если бы они до конца приняли законы царства? Что было бы, если бы они до конца то учение, которое им левит преподносил каждый день, которое он провозглашал и которое давало им возможность жить безопасно, если бы они приняли всем сердцем, всей душой? Наверное, бы они стали бы народом Божьим, как в свое время стал Авраам, как в свое время стал Моисей, как в свое время стали другие патриархи и дети Божьи, как стал каждый из вас, когда вы приняли законы царства, свою жизнь, и применяете их в своих семьях, в своих отношениях, в своих принципах жизни. Мне хочется молиться о том, чтобы Господь дал нам Духа Святого, который бы всегда нас побуждал и мотивировал в этом ученичестве, в этом старательном изучении, исследовании и поиске Бога, в том, чтобы постоянно применять эти правила, жить по этим правилам, и чтобы Господь действовал в нашей жизни через законы, постановления свои и через те правила Эдема, Царства Божия, которые Он изрекает на страницах Священного Писания. Если позволите, я сейчас помолюсь. Так, помолиться, Боже, дякую. Господь наш и Бог наш, благодарим Тебя за то, что Ты самый удивительный и самый долготерпеливый учитель и наставник, который есть во Вселенной. За то, что ты полон любви и внимания. За то, что ты тот, кто
с любовью и нежностью взращивает в нас стремление учиться и желание жить по законам Царства Твоего. И то, что Ты находишь каждого из нас. Ты призываешь нас, и Ты терпеливо взращиваешь нас, нашу духовность, нашу верность Тебе и стремление жить по законам Царства Твоего. Боже любящий и добрый, я прошу Тебя о братьях и сестрах моих, я молю Тебя о их семьях, о их путях, и прошу Тебя о их духовном состоянии, о их духовных целях, и прошу, чтобы Ты даровал Духа Твоего Святому каждому, и чтобы Ты воспитывал и вел к совершенству братьев и сестер моих. Я молю Тебя о том, чтобы Ты помогал не просто совершенствоваться в знаниях, но на практике применять их. Я молю Тебя о том, чтобы законы Царства Твоего отразились в их жизни так, чтобы каждая душа, каждый человек, который встречается с ними, чтобы они видели сияние славы Твоей в жизни детей Твоих. И чтобы они понимали, что человек, который стоит перед ними, это ученик Твой, это христианин, это последователь Твоего учения. И вся жизнь, разговор, поступки, мысли отражали бы Тебя. Я прошу Тебя, дай нам всем быть постоянными в этом деле. Дай нам возрастать и достичь того совершенства, о котором Ты мечтаешь, к которому Ты ведешь нас. Чтобы Царствие Божие для нас было той безопасной территорией, в которой мы чувствовали бы себя максимально комфортно, потому что это Царство, в котором люди живут по законам, приятным для нас, по законам Твоим, по учению Слова Твоего. Мы нуждаемся в этом, Боже любящий и добрый. И мы просим, чтобы Ты благословил нас, чтобы Ты направил, и Ты совершил и явил славу Свою в совершенствовании каждого из нас. Во имя Господа и Спасителя молитва наша к Тебе. И благодарна за то, что Ты уже действуешь. Аминь.